Всем добрый день! Приветствую вас на своем канале. Вы меня спрашивали про перцы и как я их выращиваю. Вот посмотрите на мои перцы. Вот, видите, вот перцы. Где-то уже хорошо завязались, где-то не очень, потому что насадила капусту, видимо, она им мешает. Где-то хорошие кусты, где-то не очень, вот там подальше не очень. Смотрите, я ничего такого не делаю. Я кормлю только золой, вот крапивой, да, и больше ничем. И всегда их мульчирую травкой. Вот мне муж подкосил, я вот опять промульчирую травкой. Больше я ничего не делаю. Я еще раз повторюсь, я никакой химией стараюсь вообще не пользоваться на даче, только от муравьев, если в растения, и никуда ничего не добавляю и не опрыскиваю. Какой есть урожай, такой и есть. Вот видите, тут даже какой-то больной перчик у меня что-то заболел. Я выкопала цветок, который рядом стоял. Думаю, цветок его затенял. Обрежу просто листики, порыхлила и сейчас замульчирую. И все плохенькие листики я просто срежу. Все, я замульчирую и буду поливать. Вот так по-простому я выращиваю свои перцы. Ничего особенного я с ними не делаю.